Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, уважаемые скорпионы. С вами Людмила и канал Тартология. И сегодня у нас заканчивается март. Время подошло к тому, что можно делать расклад на апрель. Итак, вопрос. Что ожидает вас, уважаемые скорпионы, в апреле 2020 года? Что ожидает вам в апреле? Посмотрим сейчас. Что ожидает скорпионов в апреле месяце 2020 года? Король кубков, шестерка мечей, пятерка посохов, восьмерка пентаклей. Ну что, давайте смотреть. Тон месяцу задает карта шестерочка мечей. Ребята, уважаемые скорпионы, вы, наконец, увидите в апреле месяце, что цель, к которой вы шли, наконец, где-то там появится уже, как говорится, появится свет в конце туннеля. И это, наверное, хорошо, потому что вы были в каком-то таком неведении, не знали, будет, не будет, получится, не получится. В общем-то, прекрасная, я думаю, прекрасная новость, что в апреле наконец уже что-то прояснится. То есть, понимаете, что-то прояснится, на что вы возлагали какие-то надежды. Будет ли это хорошо, будет ли это плохо, мы не знаем, но мы знаем, что оно уже где-то, что, как говорится, лед тронулся, и есть какие-то сдвиги, есть, вы видите уже какой-то горизонт, какие-то проблески в том, что вы ожидали. Вот. Ситуация будет складываться, в общем-то, празднично весь месяц. Ну, как-то вот вы будете... Нельзя сказать, что постоянно каждый день праздник, что не день, то праздник, хотя можно и так сказать, но вы будете, вас будут уважать, вокруг вас будет, в общем-то, не будет каких-то таких серьезных больших проблем, не будет каких-то непонятных стычек, не будет, вы будете наслаждаться месяцем. Вы будете принимать не то чтобы какие-то решения, вам не надо будет принимать решения. Месяц будет складываться так, что вам надо будет просто красиво отдохнуть. Вот красиво. Вокруг вас будет все в красках, в пиршествах, спокойно. Ну, в общем... И главное, что при этом, что вы будете отдыхать, что у вас будет красивый месяц, работу все равно никто не отменял, то есть все равно будет копеечка капать, и вы будете потихонечку работать без особого напряга. То есть я хочу сказать, что месяц для вас, скорпионы, складывается, апрель месяц, очень даже благополучно. То есть вы не влазите ни в какие передряги, это хорошо. Вокруг вас красота, спокойствие, и вас это радует. Тоже хорошо. Денежка продолжает дальше потихонечку. Это небольшие, но это стабильные деньги. И они не напрягают вас. То есть вам не надо тяжело на это выкладываться в полную меру. То есть это стабильная, нормальная работа, как часики капает, значит, эта денежка. И самое главное, вы увидите, наконец, то, на что вы где-то возлагали какие-то надежды, как что-то, на что-то надеялись, к чему вы шли, вы, наконец, увидите какой-то проблеск. Вот такой прекрасный месяц, я скажу, что для вас, уважаемые скорпионы. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, и в конце апреля будем смотреть на май.
А с вами была Людмила, канал «Тартология». И желаю всем здоровья в первую очередь и благополучия. Всем пока!